Всем привет, с вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю форель на сковороде. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, то этот рецепт точно пригодится. Форель, приготовленная таким способом, получается очень сочная и никогда не подгорит. Также можно использовать семгу, лосось или любую другую красную рыбу или вообще рыбу, которая подходит для поджарки. Форель я предварительно помыла и обсушиваю ее бумажными салфетками. Обсушивать нужно обязательно, потому что, как все знают, присутствие воды на сковороде – это неправильно. Форель я посолю, поперчу и то же самое проделаю с другой стороны. Посолю и поперчу. Кожицу можно убрать сразу, либо при обжарке. При обжарке она убирается очень легко. И теперь подготовлю сковороду. Для этого я вырезала кусок пергаментной бумаги, подходящий по диаметру, и выкладываю пергамент на сковороду. Пергамент должен быть хорошего качества. Затем наливаю на сковороду немного растительного масла и распределяю по всей поверхности сковороды. Вот так, на пергаментной бумаге. И выкладываю кусочки форели. Как вы видите, готовится все очень-очень быстро и просто. Это вообще очень универсальный рецепт. Если у вас, например, сковорода не очень хорошего качества и к ней все прилипает, то здесь и не прилипнет, и не подгорит. Обжариваю примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переворачиваю. Кожу от рыбы убираю прямо на сковороде, вот таким образом. Как вы видите, она очень легко снимается. И пока рыбка у меня продолжает обжариваться, а готовила я ее на легкий ужин, я подготовлю гарнир. Для гарнира в этот раз я буду использовать сальсифи. Он у нас продается вот в таких баночках. Отрезаю кусочек сливочного масла. Масло я покупаю уже готовое. Оно уже вместе с чесноком и петрушкой. Очень удобно. Рыбка продолжает обжариваться. Все в порядке. Ничего не подгорело. Вот сейчас я опять ее переверну и покажу вам. Все в порядке. И весь сок остается внутри. И начинаю обжаривать сальсифи. Это овощ. Я думаю, что все знают, что это за овощ. Мы во Франции часто кушаем сальсифи, мы очень любим. И все, рыбка готова. Выкладываю ее на тарелку, сервирую блюдо. Сегодня у нас макароны, сальсифи и помидорчики черри. Вот такой легкий ужин у меня получился. Как правило, форель, приготовленная на сковороде, получается немного суховатая. В этом же рецепте она остается сочная, все соки остаются внутри за счет того, что мы выкладывали на сковороду пергаментную бумагу. Сейчас я вам покажу, какая рыбка получилась внутри, и вы увидите, что получилась она очень сочная и очень вкусная. Надеюсь, этот рецепт вам понравится, и вы воспользуетесь им и приготовите такую сочную рыбку. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Пока-пока!